Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freez and Games, а мы продолжаем немножко Dark Souls. Так, а где я? А, я забрал те души, которые просрал, да? И побежал. Вот эту вкусняшку я забрал, хотя... Ой-ой-ой-ой, тихо, спокойно. Да что за хрень? Как мне от этого демона-то спрятаться? Ты что творишь-то, падла? Я только-только забрал души. Я еще в игру не успел как бы это... вникнуться, проникнуться, а ты уже сразу... скотина. Так, ладно, давай. Эх, у меня их мало осталось. Ну, ладно, допустим. Допустим. Бляха, ты посмотри, какая тварь. Просто уделала ни за что. Нет. А, это тупик. Так, я пошел забирать свои души. Куда? Ну, можно и здесь, в принципе. Ага. Так, пока эта херня будет сюда перемещаться, мне надо быстренько забрать мои душонки. А где они валяются? Что такое? Ага, я застрял. Шикарно. Ой-ой-ой, сейчас проклятие будет рассеивать. Где мои души? А что они там-то делают? Сука! Как меня эта хуйня бесит? Просто как она меня раздражает. Что она сделает со мной? Серьезно, как от нее избавляться? Что за херня происходит? А, на тот корень забраться как-то можно? Сразу не сказали. Кошмары на стиле, просто как не в себя. Ну, единственное, радует, что за душами мне теперь бежать уже не имеет никакого смысла, потому что они все просраны. Все 100 тысяч душ. Я не понимаю, почему они оказались в другом месте. Они просто оказались в другом месте. Жопой сел на лицо. Неприятно. Ай, больно. Сука, я думал, не дотянется. Не надо мне проклятие, не надо, спасибо. Я, пожалуй, от него откажусь. Но здесь в пещере я вроде как типа в безопасности. Опа.
Что звуки какие-то страшные. Кира она стелит. А дальше-то мне куда? Вот сейчас серьезно не понял, а куда мне дальше? Это плохо. Пока что чуть-чуть безопасность. Чуть-чуть. Пока что, самую малость. Я где-то пропустил что-то, но я не могу найти, где и что. Я точно помню, что где-то было, что-то светилось. Ну, если здесь по крышам пройти... Ух ты ж, здрасте! Где-то я там... Где я что видел? Слушай, да серьезно видел, но не могу вспомнить, где и что. Здесь? Так, подожди, ладно. Я просто пока ссу туда идти. Прохил. Бляха, барышня какая-то идет. Что ей надо от меня? Дай мне вот эту штучку. Хорошо. Ой, а барышня это не одна. Зойка? Что за Зойка? Почему я такой не знаю? Хорош! Вот эта Зойка дает. Зойка, ты чё? Я ее первый раз вижу, она меня тут же просто-напросто. Ага. Да прекрати! Хорош лечиться. Пиздец, вот эта Зойка дает. Вот эта Зойка жгет. Не, по идее она будет немножко проще с угольком. Мне просто здоровья не хватает. Здрасте, Зойка. Иди же, посади же. Вот этой херне надо подальше держаться. А, вон там еще по крышам можно пройти, видал? Вообще можно по крышам пройти, что-то взять. Я, честно говоря, не знаю, просто надо ли мне это. Вот я так щемаюсь, бляха. Спешу, тороплюсь что-то взять, я не знаю, надо ли мне это вообще, в принципе, или нет. Да отъебись от меня.
равно шпарит из автомата. Быстро, 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 быстро. Так, куда? Сюда. Мне надо как-то мимо этой зойки попробовать пройти. Ага. Допустим. Так, вот охрана. Охрану-то мы снимем без проблем. Что мне с Зойкой делать? Угу. Нифига у тебя атака! Пиздец. Ну ты знаешь, бой у кого быстрее эстусы закончатся. Ага. Скотина. Сука. Ну куда? Я ебу. Гениально, еще и отравление. Бесед Зойка, конечно, жарит. Да, вот и начинаются головники, о которых мне говорили. Зойка, я вернулся. У меня только один эстус остался, поэтому давай как-то по-человечески ты сдохнешь быстренько и все. Не-не-не-не-не-не-не. Блять. Да это нереальное что-то. Это что-то нереальное. Это хуерга еще, но это ладно. От этой шляпы-то можно уйти.
Давай, давай, беги быстрее, пока она не телепортнулась, не перелетела сюда. Опа, пока проклятие сыпет, надо бежать. Она что творит? Она? Оно? Я даже не знаю, что это. Есть контакт. Зойку как-то надо вывести, чтобы она все эстусы свои выхлебала. Серьезно? Не смешно. Не смешно вообще ни разу. Так, ладно. Так, а что, ладно, у меня получается незаконченных осталось только... Риандель. И осталась вот эта хрень. Но эта хрень, это вообще начало. Как здесь проходить, я не представляю. Зойка вообще тварь полная. Шикарно. А тут урона от падений-то что ли вообще нету на этом уровне? Я понять не могу. Опа, проклятие. Я ж под корнями стою. Беги. Хорошо, отравление не получили. Ой, бля. Как я так умудрился упасть? Ладно, спокойствие, только спокойствие. Вот этих двух мелких гоблинов надо прибить, потом уже с Зойкой разбираться. Мох. Ну, мох я могу еще использовать, он вроде недорого стоит. Зойка, блядь. Ага, еще и Зойки, конечно, попало немножко. Пол хп, просто половину хп, половину здоровья у меня просто не отнимается с одного удара.
У нее не так много здоровья по факту, она получает огромный урон. Только нанести ей проблематично. Как же больно бьет кнут. И не кнут. Угу. Бляха, я забыл, что у нее эстусы. Это что? Эу! Твою мать, нет! Пиздец, у меня игра что-то взяла и сама свернулась. Это, конечно, подстава. Хуйца тебе, у меня еще два. Куда? Ёб твою мать. Ой, ну здесь сражаться, конечно, весело будет. И как я сейчас должен пройти? Ну все, я труп. А знаешь что, Зойка, иди-ка ты нахуй. Если там есть костер просто подальше, то я буду радоваться. Если нет, то хотя бы узнаю, что подальше. Пишеная стерва. Капюшон. Ага. А, так это ее же прикид, точно. Ну ёб вашу. А, их тут двое. Пиздец. О, это жесть какая-то. Это какая-то жесть. Я думал, это один и тот же, а их тут двое. Серьезно, это что за ерунда? Полная хуета. Человек, придумавший это дополнение, он реально ненавидел всех. Ну и где теперь у меня души? Не здесь, хотя упал я где-то здесь. Зачем я поверху побежал?
Урона от падения, как я понимаю, здесь нет все-таки. Бляха, отравление схватил. Но отравление — это минимум из моих проблем. Я бы даже сказал, это вообще не проблема. Так, Зойку я пока опять обхожу. Шакал. Зойка, сорян. Потом поговорим, у меня тут есть как бы проблемы посерьезнее, чем ты. Вот эти два дурачка, например. А, вот где мои душонки застряли. Даже читать не буду, просто падаю, потому что у меня хп не осталось ни хрена. Хотя там наверняка надпись «Решайтесь». О, блядь, костер. Ох ты ж, Зойка. Есть ли здесь такие мобы? Какой тут будет босс? Это нереальное что-то, это невозможное. Решайтесь, вы не погибнете. А куда ты пальцем-то показываешь? Туда. Ну, хуй с тобой. Твою мать. Живи! Живи, дурачок! Ой, фу! Фу-фу-фу-фу-фу! Ему хреново стало. Прекрати. Угу. Блях, это надо было репост делать.
Ай. Чё, победил, что ли? Да, победил. Ага, а у меня нечем исцеляться. Что это? Сука, я так и знал. Я так и знал, что так просто не может быть. Так легко не могло пройти все. Ага. One shot. Один выстрел. Один. И все. И пиздец. Это нереально, это хрень какая-то. Это нереально, серьезно, я тебе говорю, так не должно дай подлечиться, а. Тихо, репост. Вот сейчас бы куда-нибудь удрать, но, к сожалению, проход-то там закрыт. Как бы удрать вариантов нет. Я хотя, конечно, попробую. Но здесь варианта свалить просто-напросто нету. Все, пипец. Не уйти. Не уйти.
Ну что, перерыв окончен, по крайней мере, мой. Только что прошло, не знаю, часа 4, наверное, был такой небольшой перерывчик. Значит, смотри, демон вроде как несложный. Да, тут получается три босса как бы. Но я бы не сказал, что они сложные. Они бьют больно. Вопросов нет. Но это проходимо. Вот это сейчас не понял. Я ж только что сказал, что вы не сложные, алло. Не вижу ни хрена. Мне их как-то надо разделить. Камеры тут, конечно, оставляют желать лучшего. Но опять же, на Безымянном Короле было хуже, если честно. Это что? Да ты, блядь, надо было репостнуть, что ты ж делаешь-то? Так, этот бесится. Ну, понятно, я его братишку забомбил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Достал? А как достал? Я ж под него прям прыгнул. Можно было, наверное, под него закатиться. Эть. Бляха. Опа, репостик. Есть контакт. Это, наверное, единственный босс, на котором я могу делать репосты или прочую подобную хрень. Так, хорошо, у меня 8 эстусов осталось, это достаточно-таки много. Давай я сейчас, наверное... Нет, не буду тратить. Не буду тратить. Чего я отхожу? Мне наоборот надо подходить. Как я понимаю, этих читеров лучше вплотную лупить. У, сука, Феникс. Где ты? Да я ж сделал перекат. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги. Опа, репостик. Хорош. Ну что-то, слушай, репосты у меня слабые, откровенно.
спокойно. Ой-ой-ой, сейчас колдовать будет, сейчас будет колдовать. Тихо, выносливость, восстанавливайся, восстанавливайся, восстанавливайся. Все, пизда тебе. Есть. Прогулка на свежем воздухе пошла мне на пользу на самом деле. Так, ладно, чертяку забомбил, чертяку. У, сука, черт, у, демон, у, принц демонов. Слабак ебаный на самом деле, если честно. Атака у него болезненная, да, у него есть ваншот, ванкил. Но сам по себе-то он слабый. Уж будем откровенно говорить, он слабый. Флажок посланник. Что? Поднимите флажок, чтобы попасть в город за стеной. Что ты кик-тык-тык-тык? Ладно, я понял. Так, погоди. По комментариям к прошлой серии, я же совсем забыл. Там было пару дельных комментариев. Я все сейчас не вспомню, но один я точно вспомню. Ага. Здесь вроде ничего нет. Я ничего не вижу. Ладно, если что, то в любом случае потом в комментариях прочитаю. Короче, был один дельный комментарий вернуться в куда? Сейчас я вспомню. Поехали сначала в храм огня отправимся. Отправиться в храм огня. В груду отбросов, вот точно, в груду отбросов. Там, где упала башня, там открылся какой-то проход какому-то NPC, который даст нам еще одно задание как раз таки. То ли сюжетное, то ли не сюжетное, я так и не понял. Да. Дай мне уровень, мне что надо? Мне здоровья очень мало. Выносливости-то у меня много. А, я же ловкость хотел до 40 тысяч докачать. Иди же, пассатижа. Точно. Да прибудь. Как я мог это забыть? За шлемом я пока не пойду. Про который мне шлем говорили. Я его помню. Понял, где это. Вот, я посмотрел, как на скриншотах выглядит. И пока не горю желанием, если честно, за ним бежать. Поэтому, может быть, потом. А может быть, и вообще не скажу. Не знаю пока. Так, шлем палача рекомендовали. Ну, а что, оно ж не меняется? Так, короче, ладно, подожди. Еще один уровень. Мне должно хватить еще на один уровень. И как раз ловкость закончим качать. Вроде как раз на 40. Да. Идеально. Все, лупить буду просто как бешеный. Теперь мне надо в отбросы. Груда отбросов. Поехали сюда. Там две точки. Первое, это там есть один NPC. И второе, это где вот эти вот бесконечные читеры. Там есть, скажи мне, я тебе скажу. Что ж там было там? Стена. Вот эта потайная, короче, тайничок. Там говорят, прям вкусняшка, просто супер-пупер. Ну от вкусняшки супер-пупер-то я ж, это, не дурачок отказываться. А NPC вроде как то ли даст кусок титанита, то ли будет квест на кусок титанита. То есть не знаю, но кусок титанита это прям хорошая вещь, ее определенно надо брать. Бляха, я так и знал, что обвалится, но опять испугался. А мы сейчас особо-то не будем это... Так, пацаны, отстаньте. Это в любом случае мне тут падать, здесь мне тоже падать. Бляха, тут рыцари будут. А, и был еще один какой-то подмостик, вроде как прямо проход к ангелу. Кольцо стальной защиты плюс 3, вот что имелось в виду, типа помост. Я же использую кольцо стальной защиты, а теперь у меня плюс 3 с кольцо стальной защиты.
Да, смотри, физический. Ой, хорошо. Вот за это, конечно, спасибо. У меня уже два улучшенных колечка есть. Одно благосклонности и одно физической защиты. И оба на плюс 3. Так, ну пойдем попробуем тайничок найти. Эх, мне, чтобы тайничок найти, надо через этих рыцарей пройти. А я не хочу через них идти. Если я вот так в наглую просто сделаю, они побегут за мной сильно далеко, нет? Эх, ну здесь дурачки же бесконечные ведь будут. А я не знаю, где эта стенка. Мне ее ж надо искать очень долго. Ага. Не обманули, смотрите, есть тайный проход. Бляха, нос чешется. Ай, больно. Нет, ничего. Спокойно. Ух ты ж, ух ты ж. Ух ты ж. Отбросы великой души. Ну и зачем мне это? Если честно, то мне это не особо-то надо было. Выпускают отбросы вели... ну это, наверное, вот эта вот сущность, которую эти дурачки выпускают, это, наверное, то же самое. А эта лестница куда? Все, я понял, это куда. Так, ладно, почапали тогда за NPC теперь. Ага, почапали. Через рыцарей надо проходить. Блять. Здорово, братан. Воу! Воу, 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 полегче, дурачки. Да, вот и NPC. Смотри, стоит, ждет. О, гляди-ка. А у тебя голова на месте? Тебя тоже. Чудесно встретить в этом забытом богами месте родственную душу. Зови меня Лап. Как? Я не помню Лап? Своего настоящего имени, так что давай обойдемся этим. А можно чуть погромче? Мне кажется, мы станем отличной командой. Вот увидишь. Увидишь. На самом деле мне нужно кое в чем признаться. Я... из опустошенных. Да, я пытаюсь начать все сначала, но ничего не знаю о своем прошлом. Кем я был, для чего жил, даже своего проклятого имени не помню. Вот почему я здесь. Ищу. Я ищу монолит очищения. Говорят, он стоит в городе за стеной. Где живут пигмеи, нашедшие темную душу на заре огня? Что я могу сказать? Эти камешки не особо помогают мне вспомнить. Что ж, это в общем все. Если я совершенно забуду, кто ты, не держи на меня зла. Ну что я еще могу сказать? Ради всего святого, я из опустошенных. То есть он нападет на меня когда-нибудь потом, да? Что ж, если... ну что... Ладно, если я забуду, кто ты, не держи на меня зла, значит он забудет, кто я, и попытается вломить мне люлей. Понятно. Веселый тип, что я могу сказать. Охуенно, и куда я упал? Серьезно, куда они меня скинули? Здрасте. Это как?
Это куда? Вот это подстава, конечно. Вот этого я никак не ожидал. Да ну хорош. Ух! Здрасте, а про тебя-то я уже и забыл. Отстань. Хорошечно. Курилка. Направленное исцеление. Так, но это мне тоже явно не надо. Луч света, исцеляющий тех, кто поблизости. Хорошо. Куда он меня сбросил, это чертяка? Что он творит со мной? Я понял смысл-то. Помню, что здесь... Как бы урона от падения нет. То есть мы можем падать, в принципе, практически в любое место, за исключением края карты. Вот, но я не был готов к тому, что меня сбросит хер пойми куда, хрен пойми зачем. Он ходит, черт один. А, вот еще один. Подожди, братан, у меня выносливость закончилась. Вообще, мне кажется, падая с такой высоты и нанося удар двумя мечами, я должен был его так просто на куски расчленить моментально. Иди сюда. Вдруг там еще один. Мне, если честно, неудобно воевать в замкнутых пространствах, но я думаю, ему еще хуже. У него же копье. Хотя, эти читеры вполне себе могут и через текстуры, и через стены лупить. Куда я попал? Где здесь выход? Где здесь вход? Да, я попрошу не ругаться на мою... Супер-пупер эту внимательность. Она такая и есть, да. Опа, здрасте. Еще один костер. А, так это не еще один. Все, я понял. Подожди. Подожди, давай мы знаешь, что еще быстренько сделаем. Там сколько было видео? 36, 56. Мы сейчас вернемся вот сюда, к груду отбросов. Там потому что поверху я не успел пройти, меня скинули эти черти. Я, возможно, там еще что-то пропустил. С такой прокачкой я уже прям чувствую, что мне можно, наверное, и на Фриды скоро опять будет сходить. Я сестренка Фриды еще та сука. Туда я ходил. А туда-то я не ходил. Твою ж мать, точно. Ну-ка нахуй разошлись. Здесь-то я не был. Твою ж мать.
Ага. Хорошо. Как я понимаю, третья парная атака сбивает его атаку. Но надо еще умудриться успеть нанести третью парную атаку. Аквамариновый кинжал, что? Рубящий, колющий, магия, физическая. Кинжал, украшенный аквамариновым кристаллом. На нем выгравирена молитва на древнем языке, защищающая от опасности. Возможно, это прощальный подарок кому-то, кто отправился в дальние странствия. Навык «Кристальное лезвие». Освободите магию, заключенную в аквамарине, и она воплотится в хрупкую кристаллической... в хрупком кристаллическом клинке длиной словно меч. Да. Так, короче, нам заканчивать надо. Ладно, давай. Вот прям здесь мы и закончим. Продолжим уже в следующей серии. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.